Себастьян Феттель прилетел в олимпийскую столицу сразу после окончания Гран-при Бельгии. Пилот Red Bull проехал по гоночной трассе за рулем спортивного седана премиум-класса. Он стал первым пилотом Формулы-1, который проехался по трассе Сочи-автодрома. Это уже второй визит четырехкратного чемпиона мира в Сочи. В первый раз он посещал еще строящуюся трассу для королевских гонок. Сегодня, отметил Феттель, она полностью готова к проведению Гран-при, которая стартует в Сочи 12 октября. Я следил за Олимпиадой по телевизору, а теперь мы будем ездить вдоль этих стадионов. Трасса прекрасная, трек полностью готов. Видно, над проектом работает очень много людей. Уверен, что российский этап королевских гонок пройдет на высоком уровне. О полной готовности трассы заявляют и краевые власти. Кстати, вице-губернатор Кубани Александр Саурин также лично протестировал трассу. С первого дня там вся администрация во главе с губернатором абсолютно погружена в этот проект. Она знает его до деталей, участвует в нем с первого дня, от момента заявки и заканчивая, надеюсь, вводом, и заканчивая той гонкой, которую мы все ждем. После тест-драйва автомобилей на трассе Сочи-автодрома Себастьян Феттель и бывший пилот Формулы-1 Давид Култхарт встретились с воспитанниками сочинской школы картинга. Начинающие гонщики задали опытному пилоту интересующие вопросы и получили автографы от звезды гоночного спорта.